Привет! Баба Вера сегодня опять с вами. И что мы сегодня? А мне, знаете, как скидывает, прочитаю название, думаю. Смотреть, не смотреть, или этот. Вот сколько? А мне надо выбрать на сегодня один или два от силы. И все, и не знаешь, этот. Какой же посмотреть? Короче, остановилась я сегодня не взаимная любовь. Премьера клипа. А что? Анастазис, по-моему, так правильно прочитал или нет? Ну что, невзаимная любовь. А с чем это невзаимная любовь? Давайте посмотрим. Не любят друг друга или любят? Так, еда. Нам нужно серьезно поговорить о наших с тобой отношениях. Так продолжаться не может больше. Я уже ничего не понимаю. Я не пропущу торта мимо рта, но чертов лишний вес все портит, как всегда. Я, конечно, супер, ну как это да. Но надо похудеть, а кругом лишь еда. Да. Нет, бургером, мучное к черту. Я из спортзала постоянно выползаю гордо. Ставлю чувство голода в игнор и наконец. Иду я к цели, Настя, молодец. Я хочу согнать хотя бы 5 кило, да хотя бы 3 кило, но это тяжело. Утром я сходила в зал, йога и вечерний бег. Я думала, что скинула немножечко, но нет. Сидела на ПП и бросила фастфуд. Но цифры на весах не падают, а лишь растут. Я люблю еду, но объявляю ей протест. Она меня не любит, я хотела сбросить вес. Немножечко схуднуть. Я люблю еду, а она меня. Я люблю еду, а она меня. Я люблю еду, а она меня. А она меня? А она меня? Нет. Я люблю еду, а она меня. Я люблю еду, а она меня. Что? Я люблю еду, а она меня. А она меня нет. Еда всему беда. Я думала вот так, но это не еда. Я так люблю поесть, но тут целый обряд. Была бы моя воля, я бы ела все подряд. Миллион табу в моем веганском меню. Да я даже не веган, раз уж нифига не жру. Это есть нельзя, и это есть не надо. Мы с тобой худеем. Ну раз худеем, ладно. Я завязала есть, да. Другой бы так не смог, да. На входе в свою кухню я повесила замок. Второй месяц диет, и я все-таки смогла. Надеялась худею, но я снова набрала. Я ем только с утра раз в 3 дня. И никаких калорий, только гречка и вода. Я думала, что скину, ведь не ела, не пила. Но просто подышала, килограммчик набрала. Расплываюсь. Я люблю еду, а она меня. Я люблю еду, а она меня. Я люблю еду, а она меня. А она меня? А она меня? Нет. Я люблю еду, а она меня. И? Я люблю еду, а она меня. Что? Я люблю еду, а она меня. Как это все знакомо? Я тоже так сам. Как я ее понимаю? Соблюдаю диету, не ем, не пью. Блин, килограмм лишний набрала. А с этим карантином и 2. А тут вот лето началось. Ни во что не влазю, нечего одеть. Ой, плюнула. Ну что делать? Вот что делать? Плюнула на все и пошла пирожков наелась. И гори оно все пропадом. Невзаимная любовь так невзаимная. Куда ж ты денешься? Прям ода еде. Вот вы представляете, она прям оду сочинила. Куда ни повернешься, везде она. Еда я имею в виду. О, и утром, и вечером хочется есть. И каждый день хочется есть. Ой, бог ты мой. А весы лучше обходить стороной. Это точно. Скажите, выбросить лучше весы? Может быть, и выбросила. Но это подарок на день рождения. Вот и берегу, и страдаю. Так что клип такой насущный, такой... такая...
проблемка. Ну, я считаю, это у каждой девушки такая проблемка. Не допила, не доела, а вес набрала. Так что для вас, девушек, очень важное, как и для нас, бабушек. Короче, девочки, давайте меньше жрать всего-навсего. Может быть, похудеем, правильно? Ну, так что пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.